Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3. Урок 9. В кинотеатре 18 рядов по 32 места в каждом ряду. Сколько всего мест в кинотеатре? Найди в данной записи ответы на вопросы. Сколько мест в 8 рядах? Сколько мест в 10 рядах? И сколько всего мест в кинотеатре? При умножении единиц на 32 места на 8 рядов, 8 рядов, 8 единиц, мы умножаем на 32. Мы получаем ответ 256 мест в 8 рядах. Когда мы умножаем десятки, 1 десяток, то есть 10 рядов на 32, мы получаем, что в кинотеатре 320 мест. А когда мы сложим 8 рядов, мы получили 256 мест. В 10 рядах мы получили 320 мест. Сложим 8 рядов количество их мест с количеством мест в 10 рядах. Мы узнаем, что всего мест в кинотеатре 576. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить комментарии под видео.